Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. 16-й день, забираем 20 тысяч монет. Ух ты, какая классная машинка, но донатская, ребят, донатская. Так, управление в воздухе, ускоритель фляг. Так, задание какое-то завершил, маневр. А что это я не забрал награды? Странно. Так, защитная арматура и колесный ускоритель. Выиграйте 6 гонок на монстр трак. Нет уж. Получите 250 времени в воздухе, лес в приключениях. Интересно. Так, тяжеловоз и ускоритель дым. Ну что, ребят, сегодня пойдем забирать 50 тысяч кубков, как вы понимаете. Так, результаты у нас тут. Так, легион. Победили? А что такой недовольный-то? Ты должен радоваться, ё-моё, а он голову повесил. Мы же победили. А он загрустил почему-то. Так, арматура, колесный ускоритель. Ну, я считаю, что шикарно это все. Так, ну что, всем привет. Всем привет. Так, сделайте уровень командного сундука 23, если можете. Ну вот, надо постараться набить, чтобы он был. Так, ребята, а у меня путешествие на пальцах. Давай мы... О, девчонка-рогоносец, это что-то новенькое. Путешествие на пальцах. Если мы возьмем с тобой еще к тому же на крыльях. Вот так. Я думаю, это вообще будет зачетно. Так, давай такой вот без... Ага, все. Я думал, сейчас опять какое-нибудь ожидание. Я так понял, не я, да, тот самый умный оказался. Есть ребятушки и поумнее. Райан, например, вот этот вот. Правда, Райан сдулся. А шел так хорошо. Так, и что же, детский бассейн. Понятное дело, что у меня очень, ребята, слабый разгон, так как я фига там. Ну давай ты едь, ё-моё, даже вот это говно красное меня и то, блин, ребята, нагоняет, умудряется каким-то образом. А это я не знаю, каким макаром тут. Прыгает она слишком мурзо. Вертушка, да. Ну давай ты, господи, что-нибудь там придумывай. Что-то мне этот зохан этот выбешивает, если честно. О-хо-хо-хо. Зохан, ну, короче, просчитал, да, все? Все до мелочей. Так, а я первый, ребят. А я первый, как ни крути. И это очень круто, черт подери. Так, ну что, Ламборджини моя готова. Поедем сейчас по забытому шоссе. Ага, тут еще один боску какой-то, ребята, тут появился, понимаешь? Тоже, кстати, на Ламборджини. С меня взял пример, гаденыш. Но тут есть, ребята. Ох ты, ох ты, ох ты. Я помню. Давай, 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 есть. Ну хотя бы, ребята, встали на колеса. Это уже большой плюс, потому что мы могли бы вообще разбиться. Чего? Мотоцикл с, мотоцикл с крыльями? А вот это, ребята. О! О! Вот он, ребята, мотоцикл с крыльями, ваш хваленый. Неужели я допрыгнул? В первый раз, ребята, допрыгнул до горючего, который был сейчас наверху. Я так долго до него... Тихо-тихо-тихо, я так долго до него хотел допрыгнуть. И вот, наконец-то, у меня получилось. И я взял первое место. Значит так, у нас идут темные дороги. Кстати, у нас деньги есть. Давай-ка мы, наверное, докачаем наш... Ну, как докачаем? Прокачаем чуть-чуть, что тут можно еще... Сцепление можно... В принципе, неплохо подкачать. Да? И искусственный интеллект какой-то. Замечательно. Ну что, девчуля у меня готова. Поедем мы, наверное. Ой, ё-моё, ребят, я не ту машину взял. Ну, машину ту взял, но я не с теми прибамбасами хотел. Без крыльев я хотел здесь брать. Опа. Оп, давай, 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 вставай на колеса.
Я хотел взять без крыльев. Без колес. Прикинь, хотел взять машину без колес. И на ней выступать. Ну, вертушка-то понятно. Слишком она какая-то, ребят, прыгучая. Ну, давай-давай-давай, крылья в помощь тебе, Икар. Е! Как щегла, ребята, подрезал. Мне бы было очень неприятно. Я бы тут сейчас бы горлопанил бы. Да как так? Да что такое? Да почему, блин? Так, ну что-то этот парнишка-то, конечно, тут подгазанул-то, я смотрю, не по-кислому. Совсем не по-кислому. Что-то мы тут вообще расхандрились. Какое-то место у меня третье. Здесь третье, а так первое. Ну что? А райская бухта. Все уже, ребята, знают эту райскую бухту как отче наш. Да-да, это то самое место, где мы должны... Тут, по-моему, одна гонка, и мы с тобой должны, естественно, приехать на яхту первыми. Трасса заюзана до дыр, поэтому, я думаю, у нас никаких с этим проблем не возникнет. Да ведь? Я думаю, не возникнет. Проедем, все у нас будет шикандосик. Вот это, конечно, плохо, когда ты вот вылазишь из-под водички, вот только немножко у тебя торчит. Да-да-да, спасибо, что под... Опа! Ребята, а я-то тут еду, блин. Думал, что я один, а ты посмотри, сзади-то уже. Ты видел? Пускай он едет поверху, я поеду понизу. Вот так вот. Никогда, ребята, нельзя терять бдительность. Никогда. Чуть-чуть только стоит потерять, и все, и тебе на хвост сядут, а потом еще обгонят. Поэтому всегда будь, как говорится, на чеку. Всегда. Так, Дэйв. Дэйв у нас с крылышками. Так тут что-то слишком много суперкаров-то, эй. На монетных ускорителях все, да? Фига там парень. Еще умудряется в воздухе делать кульбиты. Я смотрю, ты вообще сам по себе какой-то бессмертный. А тут еще и кульбиты он начинает выплясывать. Ладно, давай попробуем еще раз. Опа. Вот это нормально было у нас сейчас. И... Блин, ты посмотри, какая настырная эта Ламборджини. Ну, два первых места. Я думаю, что здесь уже мы закрепили себе топовое место. Первое. Даже несмотря на то, что если мы даже, ребят, тут проиграем. Такое, конечно, может быть. Но не хотелось бы. Хотелось бы выиграть все гонки. Отлично. Easy cool. Так, а вот и 3000 монеток. Что там у нас в команде? Привет, привет. Прива, прива. Хоть кто-то у нас тут не спит. Не спящий, так скажем. Так, ребята, кубок городская вода. Если я не ошибаюсь, это где мы будем сейчас под воду же, да? Ну, там будут подводные эти. Кстати, гонщику здесь не совсем будет комфортно ехать, если честно. Опа! Кобрасе, ты завязывай давай. Кобра-кай, кобра-кай. Прикинь, на этой трассе обычно, ребята, я всегда беру первое место. Но не в этот раз. Какой-то кобра-кай умудрился меня... А что же там? Там, наверное, только... А, вообще никто не смог заехать? Хе. Удивлен. Вообще никто, ребята, не смог заехать. И он еще не врезался. Ой, не разбился даже. Ну что, попробуем здесь тогда. Он в воде, блин, быстрее едет, понимаешь?
Что-то или мне кажется, или какие-то типа как фризы были, да? Какие-то прерывания. Может, показалось, конечно, мне. Так, ребят, мы заработали с вами сундук. Тяжеловоз и стартовый ускоритель. Угу. Зеленый кубок. Зеленый кубок. Я думаю, мы, наверное, пойдем на нашем раллийном авто. Так, тут я смотрю, кто-то на формуле. И да, черт подери, эта формула, что она вытворяет, ребят? Посмотрите. Что она вытворяет? И байк тут еще приехал. В общем, байк и формула делили между собой второе и третье место. Да я, если честно, как-то умудрился чудом тут прорваться. Сам не знаю, каким образом. Дай горючку взять. Есть. Для меня здесь главное урвать горючку, и все, ребят. На этом я как бы получаю буст и отрываюсь от наших оппонентов. Потому что вот такая у меня характеристика машин. Только через нитро. Ну, блин, даже идеального старта не сделали. Куда он там скаканул? Что такая прыгучесть, а? Бомжара. А этот-то там как летает? Смотри, что вытворяет, а? Я не знаю, как он там летит. Оба они летят, я не понимаю. Набирает скорость и тьф, врываются. Что там я пропустил? Миля в пустыне? Поехали. Миля, блин, в пустыне. Хорошо, сейчас было, ребят, вот здесь я, конечно, тормознул. Надо было снизить, по идее, скорость-то. По логике вещей. У него нитро, ребят, прокачано лучше, чем у меня. Это видно сразу. У него нитро было прокачано лучше, чем у меня. Ну-ка. Опа. Я вспомнил. Я вспомнил, ребят, эту трассу. Это же одна гонка у нас здесь, да? Да. Вот здесь давай-ка мы вниз поедем. Слушай, вот это вот зря, конечно, сделал. Вот это я зря. Да, я вспомнил, ребят, эту финишную прямую. Тупанул. Мне надо было все-таки не наверх ехать, а понизу. Ну, если... Что там пишут опять? Как дела? Что делаете? Грею, удали того, кто проехал много километров. Я уже такого одного удалил, потом, блин. Ну зачем ты удалил там это? Не знаю, ребят. Видишь, нету нормального, как тебе сказать, зама. Был бы нормальный зам, который бы все это делал бы, было бы все круто. Адекватный зам. Вот его поставил одного и все. Так, подожди. Нырни, готов там, хлопчик. Хлопчик перевернулся. Так, пруд. Давай, пруд, пруди. Опять Кинг. Тоже мне, ребят, довольно часто попадается он. Кинг этот. Опа. Все. Так, ну что, тут, ребят, еще буквально гонок 40, и мы будем иметь 50 тысяч кубков. Ну, мне бы хотелось бы, конечно, бы получить 50 тысяч кубков. Ты посмотри, что делает. ККМ-ка меня выбешивает. Езжай нормально, не дуркуй, Рэй.
Все у тебя будет хорошо. Так, Бобо 16. Бобо 16 приехал вторым. Красное барахло меня бесит. Если он думает, что он под меня закос делает, под Феррари, то фигушки ему. Смотри, как он старается, ребят. Как он старается идеально проехаться, а? Он даже хочет... Он попал, да? Он попал. Он, ребята, попал на эту фигню. Специально он там сбрасывал скорость, я заметил. Ну чё, давай это-то. Рэй, хорош, как говорится, дурковать-то. Крышу сбили, все, нам... Ты, блин, сейчас серьезно? Мы даже не попали с тобой на эту фигню. Может быть, оно и к лучшему, конечно. Слушай, достал это ККМ, тут лезет, блин. Все, пускай курит. Как говорится, пыль от моих колес. А вот уже гонок, это сумрачная гонка. Это, ребята, для баги. Ох, давненько я на баге не катался. По-моему, буквально две серии, да? Ну, давай ты твою же душеньку-то. Так, там еще и спортивная тачка, да, едет, я смотрю, спорткар. Вон он, третьим. И тут еще к тому же 4 гонки. Так, да-да-да, именно вот эта вот паршивенькая трасса со своими заковыками. Так, пускай там спортивная куда хочет едет. Нам как бы абсолютно по барабану. У нас своя, как говорится, есть цель. И мы ее берем. Нет, тут не 4, тут 3 гонки, ребят. Я что-то приврал вам маленечко. Маленечко приврал. Но здесь, конечно, вот не надо было такого делать. Этого прыжка. И вот, вот, вот. Да ну, ты серьезно, что ли? Ты что-то там... Док еще какой-то тут. Мне иногда кажется, что игра так делает специально. Вот ты идешь в нормальной гонке, и все. И почему-то вот на последних, или на первых, или на последних, ты начинаешь фейлиться. Что там у нас? О, кубок езды по ухабам. Ну, по ухабам ты сам знаешь, что тут. Вот у нас кто по ухабам любит гонять. Не больше, не меньше, а именно баги. Это прям трасса для нее. Ухабистая дорога. Ну давай ты набирай скорость-то, ё-моё. Ты серьезно, блин? ККМ-ку сейчас еще упустим. Нет, не упустили. Не позволили мы ей проехать. Ну, тут уже под вопросом, ребят. Кто там, что там? Мне сейчас послышалось, нет? Кто-то по прыгульке там заряжает очередные или что? Да, ребят, кто-то... Кто там на попрыгушках-то решил? А. Как ЭМ на попрыгушках решила выкрутиться здесь. Так, на автобус, форсаж. Так, спокойно, ладно, ага. Так, а я поехал дальше, ребят. У нас опять восхитительные гонки. Да ёпрсоте. Восхитительные гонки. Я бы лучше бы, честно говоря, покатался бы на фабрике. Почему-то фабрику очень, ребята, мало нам предоставляют. А, это трасса моя нелюбимая, блин, Зефир. Ну давай, 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 посмотрим. Так-то вроде неплохо. Климп. Слушай, вообще изи.
Даже лучше, чем я ожидал. Даже лучше, чем я ожидал. Так, зефир. Я не попал колесом, ребят. Хотел, думал задним, но... Нет, не вышло. Я вниз, короче. Тут не будем подпрыгивать слишком высоко. Мне не нравится наверху. Я вам уже говорил, что по верхним я не любитель. Мне лучше вот по низинкам прокатиться спокойно. Фух. И последнюю гоночку давай-ка мы откатаемся, чтобы все было у нас четенько. Поехали вниз. Так, тихо-тихо-тихо. Вот, вот так вот. Залетаем. И все, и финиш. Прикольно. Горячие и холодные напитки, там было написано. Блин, ну ты посмотри. И всего этого у нас... Вот если бы, ребята, было бы донат, да, у нас бы сколько бы уже всяких там примочек было бы. Сколько бы новых машин, скинов. И всего-всего прочего. Ай, ненавижу. Ненавижу вот это вот. Иди ты, вертушка. К чертовой бабушке на макушке. Хотела меня там обогнать уже. Довольно ехал. Но она все равно, ребят, своей добьется. Вот здесь все пытаются, как всегда, наверх. На самом деле тут надо сразу, ребята, вниз брать. Потому что, ну, там бесполезно. Хотя нет, если бы у тебя были бы крылья, ты бы мог бы прилететь спокойно, в принципе. Но так как у тебя крыльев нет, то поэтому лучше тебе сразу прыгать вниз, через эти валуны перекатываться и уже ехать спокойненько по низинке. А с крыльями, да, с крыльями можно было бы там спокойно заехать без проблем. Вот видишь, потерял преимущество, ребята, именно когда? Да. И вот в этом случае вот вертушка выигрывает, ребята. Она не теряет скорости, она удаляется, но она не бьется. Когда она падает вниз, она не бьется. Она просто тум-тум-тум перекатывается и все. Что там опять? Так, Рэй, когда будет видео по Hill Climb Racing 1? Я жду, не дождусь. Да я сам, ребят, не знаю, когда буду, блин, играть в нее. Вот серьезно говорю, мне и хочется, а времени нету. Я пока вот сюда запишу видео, пока на второй канал выпишу, запишу видео. На третий уже времени просто не остается. Конечно, хотелось бы, ребят. Конечно. Постараюсь, блин. Хоть, я не знаю, дополнительный отпуск убери. Столичный кубок. Ну как думаешь, возьмем мы, если я поеду на своей Ламборджини? Ну понятно, тут мотоцикл, блин. С ним тут кашу не сваришь. Фига себе, мотоцикл соревнуется с роликой. Я еще и ударился там, Оливер. Ладно. Первую гонку я, конечно, тут проиграл полностью, ребята, отдал. Сейчас посмотрим, что будет на второй. Мотоцикл, конечно, в плане. Я думал, что он разобьется в усмерть. Нифига подобного, ребят. А этого не произошло. Как он там? Он же врезался и не разбился, блин. У меня бы 100% бы уже бы колеса бы отлетели бы к чертовой бабушке на куличке. А у него нет. И опять эти, блин, гаденыши, а, прижимают меня. Ну что, Лаура, давай, что ты не прыгаешь-то там? Неужели первым? Да, он первым приедет, ребят, здесь. И что получается, все равно я первый, да? Ну как бы кажется, что я правда, поэтому меня посадили первым здесь. Видео очень крутое, Рей. Привет, Рей. Какое видео очень крутое? Я пока еще ничего не выкладывал, ребята. Большой воздушный кубок. Поехали.
Слушай, а большой воздушный кубок мы же... А, нет, подожди, воздуш... Блин, вот смотри, 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 на этом. На монстр-траке едет. Сейчас разгонится и всех победит, да? Монстр-трак обычно так делает. Он разгоняется. Ну, тут он не разогнался что-то. Я не вижу, вон он. И вот эти вот прыжки, я там вообще, ребят... Их двое, что ли, здесь монстр-траков этих? Да, их двое здесь, оказывается. Так, тут еще... Во-во-во, начинает разгоняться. Что он еще там? С крыльями, с попрыгушками, да? Со всеми вытекающими здесь. Я понял. Есть. Ну, третью гонку можно, ребята, уже и сфейлить. Не хотелось бы, но позволительно. Это позволительно. Ну, вот финиш. Четенько. 3 из 3. Так, я чувствую, мы возьмем эту награду. И, наверное, будет... А, мистический кубок, да, там написали? Мистический тогда, ребят, вот. Надо, кстати, попробовать, знаешь, на что? Взять нам вертушку и попробовать на ней немножко поездить. Хотя я вроде ездил на ней. Вот это вот тупизм, блин, бесит. Езжай, правильно, правильно, вот там и застрял. Хе-хе-хе. Думаю, что если форсаж влепил, то можно все тут ему. Море по колено. Да нет, парень. Колено у тебя не море, я бы сказал, что у тебя пока... Тут что, 3 баги, что ли? Действительно, ребята, 3 баги. Так. Так, а какого хренуса? В плане? А чем? А как он так бустанул-то? Я не врубился. Как он, ребята, бустанулся? Объясните ко мне, пожалуйста, на милость. Подлетел так высоко. Так, давай-ка я вниз поеду. Я не хочу, как говорится, целоваться с той... Не знаю, там жаба или кто там сидит. Я лучше вот так вот ее объеду аккуратненько, да? И все, ребят, и... Блин, а тут 4 гонки, оказывается. Буря пней. Буря пней — это... Где мы, по-моему, вниз сейчас будем ехать. Чисто... Вниз. Ну, вначале наверх, а потом, по-моему, вниз, насколько я помню. Да-да-да-да-да. Вот эти вот буря пней. Ну, допустим, и все. Фу, 11 очков. Да, ребята. Так, друзья мои, а вот и босс у нас. Восхитительные диверсии. Блин, доступ к удовольствию. Попробуем-ка. Чё он там взял-то себе машину? Какую? Понял. А, так он еще и на этом, да? На форсаже. Нормально чувак наяривает. Как он на форсажике? Опа, шпарит. Но не тут-то было. Хорошо, ребят, первую гонку я взял. Ну, форсаж. Сам понимаешь. Довольно противный, конечно, чувачок. На поверхности на ровной он, ребят, меня может выигрывать, конечно же. А чё ж ты не поехал поверху-то, а? Иди он, залетай наверх. Да чё ты за мной повторяешь-то всё? Давай, 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 Рэй. Есть. Фух. Ребята, восторг в парке. Все, 2 гонки я выиграл. 50 тысяч кубков у меня в кармане. Попробуем, конечно, сейчас и эту гонку еще выиграть. Уж не знаю, что получится. Да. И тут тоже у нас
Четенько все, друзья мои. Три победы. Ай, красота. Ну что у нас тут? Защитная арматура, ускоритель приземления и топливный ускоритель. Так, ладно, Рэй, не буду отвлекать. Удачно набрать 50 тысяч кубков. Уже набрал. Спасибо. Так, ну что? Сельская местность у нас есть. И тут что-то... А, подожди, что за соревнование? Я уже не помню. А что за соревнование-то у нас тут? А-а-а! Все, вспомнил. 445 баллов. А что я один-то? Где остальные... Ну, тут вообще мало. 360 всего лишь. Этот дурик автобус опять со своими этими турбинами. Ну, дурачок, что я могу сказать. Блин, сотку надо брать. Сотку, друзья мои. Ну, до сотки как-то не дотянуться мне. Не могу до сотки дотянуться. Блин, сотки лежат, и я не могу до них дотянуться. Вот это вот обидно. Ну дайте хоть одну соточку-то. Не, ни одной соточки. 385, 385 и 385. Ой, вообще 360. Ни туда и ни сюда, да? О, сейчас хорошо, ребят. 505. Ну, 3 секунды, все, ребят. Тут бесполезно уже подрываться. Слушай, ну 43... 45 место. Я думаю, что это неплохо, ребят. Опа. Магнит и ускоритель фляг. Прекрасно. Завтра. Ролик будет уже завтра, ребят. Никак не сегодня, потому что время уже 11 час. Как бы не получится. Так, и хотел я, ребят, прокатиться в приключениях в сельской местности. Сейчас я только денежку втюхаю в нашу вот эту вот. Да. Так. Так. И вот так. Все. Поехали. Да-да-да-да-да. Формула у нас не прокачанная, так что... Не стоит даже удивляться, что он так едет паршиво. Ну, а что делать, ребят? Ну, не прокачанная, что ж. Зато с нитро. Так. Это только наш первый сундук сейчас будет, да? Она хоть в горку-то заедет у меня. Серьезно? Да ну, не может быть. Заехали, с горем пополам. Ну, если она в такую горку еле заехала, то, ребят, чего-то там супер офигенного ждать в следующий, на следующем подъеме нам ничего не стоит. Вот даже, например, здесь. А нет, тут поднялись, слава богу. Каким-то чудом чудным. Так. Опа. Тише едешь, никуда не приедешь, да? Так, это гравитация или гравиталик? Гравиталик. Там погиб гравиталик. Так, 50 метров до второго сундука. Я думаю, получим, да, получили.
Слушай, интересно, а чем формула отличается, например, от суперкара? В чем у них разница? Понятно. Похоже, ребята, это все. Это все. Это все, ребят. Мы не сможем ничего сделать. Угу. Да. К сожалению, топливо закончилось. Ну что же, крылья. Причем на нее же получили. И ускоритель фляг тоже на формулу. Ну, как видишь, здесь все-таки хотя бы дали нам что-то. Так, ну что, ребятушки. На этом, пожалуй, сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.